Ваш народ, с наступающим 2022 годом. Пусть, как говорится, сбудутся все ваши мечты. Старфридж. Адверсус. Эта история о начале покорения землянами дальнего космоса все начиналось как глобальная идея спасения человечества от голода и нехватки ресурсов и закончилась жестокой беспощадной войной в космическом пространстве. Цель была выбрана круто. Или группа, непонятно. В общем-то, Steam описание такое краткое. Итак, начну с того, что в игре вся музыка под злобным запретом нарушения авторских прав. Я когда делал первый взгляд, я запарился выковыривать оттуда музыку. Вся музыка абсолютно. Графики и спецэффекты в игре нормальные. Но управление и строительство поначалу показалось мне уникальным, интересным. Но на самом деле оно просто тупое. По-другому сказать не могу. Поиграв час в эту игру, я это понял. Зачем такое было делать? Зачем такие сложности делать? Спрашивается. Непонятно. Но в итоге игра не взлетела. Ну правильно, что неудивительно. Я могу только сравнить эту игру с трусами, что нужно одевать через голову. Покупали когда-нибудь такие? Я тоже нет. Так как это глупо, здесь принцип такой же. Усложним то, что не нужно. Да, жалко. Вообще-то игру, если бы нормально могли додуматься, сделать, была бы неплохая стратегия и уникальная в своем роде.